This video is freeware, so you can use it as you wish. Gaddafi arrested. Yahoo! Следующий момент. Я попрошу Российскую Академию Наук с соответствующими экспертами и специалистами подготовить нам конкретные рекомендации для выполнения всех мероприятий по усилению системы мониторинга и прогнозирование, в том числе я жду конкретных предложений по развитию сегмента космического мониторинга за состоянием всей прилегающей к земному шару космической территории. Хорошо? Напоминаю, что на территории Челябинской области у нас введен режим чрезвычайной ситуации. Органы управления силы РСЧС Уральского федерального округа и Приволжского федерального округа работают в режиме усиленной готовности. Кроме того, работает система мониторинга и прогнозирования чрезвычайной ситуации. Мы прикрываем всю территорию Российской Федерации с учетом пролета астероида, который у нас сегодня, расчетное время 23:25 по московскому времени, пролетает на расстоянии 27 тысяч километров возле Земли. Еще раз напоминаю, что никакой угрозы для населения Российской Федерации этот астероид не представляет. Рекомендую вооружиться биноклями, телескопами, и там, где будет хорошая погода, мы его понаблюдаем. Спасибо. See perhaps also. Info Evidence, 24th April 2005. After the first and at the second contact. See, impossible, these videos. Only 22 days passed. And then...